Привет, на портал Geekstarter.net, меня зовут Тимофей. В этом видео я хотел бы показать один очень полезный сервис, который вам поможет в создании чего угодно, не обязательно сайта, пусть это будет элементарная реклама, там какая-то смешная картинка и так далее. Это сайт iconfinder.com, на котором можно найти почти любую иконку, которую вы только захотите. Сразу же на главной странице она вам дает поиск, либо предлагает целые пакованы каких-нибудь различных иконок. Но мы пробуем найти, например, иконку вот этого забавного робота вот, под названием Android. И самое интересное, что хочу показать здесь, это не то, что здесь можно, да, найти иконку, скачать ее в любом удобном вам формате. Причем, кто обожает CSS3, может еще скачать в формате SVG, что будет непременно вообще обалденно. Здесь есть много различных иконок, в основном они все бесплатные, но есть также и платные. И, например, очень часто вот именно платные иконки оказываются именно теми, которые мне были нужны, которые я искал. Но за вот эту вот иконку платить 98 центов я не хочу, поэтому что я буду делать? Я ее скачаю, покажу, что я Photoshop Master Over 9000 и избавлю эту иконку от этих полосок. Это делается совсем несложно. Вот мы открываем Photoshop, засовываем сюда эту иконку, и нам нужно указать Photoshop на то, что здесь есть эти дурацкие полоски, и удалить их. Делается это так. У меня Photoshop на английском языке. В принципе, что на русском, что на английском, все находится в одном и том же месте. Нажимаем Select. Вот, или по-моему, на русском там это выбор будет. И Color Range, цветовой диапазон. И нажимаем на линию. Вот, примерно тут покажется, что он нашел вот эти вот все линии, которые нам так вот не нравятся. Здесь настраивается сила, с которой он будет искать это все. Главное не переборщить, потому что если переборщить, то он вообще может все удалить. Поэтому каждой картинке свои индивидуальные параметры нужно подбирать. Я вот где-то вот как раз на серединку и поставлю. И вот он нашел все эти линии. Все, что мне остается делать, это нажать кнопочку Delete. Вот, я их удалил. И теперь линий нету. Собственно, осталось только убрать вот эти вот линии на самом дроиде. Это делается легко, мы просто берем пипеткой цвет, который на нем был изначальный, потому что он прикольный. Внизу нажимаю кнопочку FX и делаем заполнение цветом и указываем тот цвет, который мы с него и взяли. Вот, собственно, как-то так можно качать спокойно бесплатные картинки, в том числе и платные, с сайта iconfinder.com и делать их под себя. Всем спасибо, с вами был портал Geekstarter.net. Пишите комментарии, что вы думаете об этом сервисе, да и в общем, что вам интересно. Пишите все обязательно еще и на форум, потому что его мне читать намного удобнее, чем комментарии к видео и социальные сети. А я с вами буду прощаться, всем спасибо, подписывайтесь на канал, всем пока.